Господа технари, у меня такой вопрос, короче, вот усилитель 3255 и блок питания, я его выключил, да. Ну, такой блок питания, короче, вот 48 вольт, что-то там, не знаю, сколько там ампер или чего, просто 48 вольт, вот написано. 220 на 48, типа, 15, ну, 12,5 ампер. Кто знает, вот тут есть вентилятор, да? То есть оно как бы все играет, я вот только что собрал, еще не слушал толком нифига, он там регулятор громкости, но очень сильно шумит, то есть даже ты что-то тихонько слушаешь, что громко, он просто шумит почти как фен. Не то, что ты там даже с компьютером не сравнишь, с приставкой никакой. Ни одна приставка PlayStation там 3, 4 так не вещала кулером, как эта штука. То есть она прям почти как фен гудит. И, ну, я же так понимаю, тут не сильно большая какая-то мощность, да, там, типа, особенно на маленькой громкости. Тут написано, что он вроде как регулируется, скорость сам по себе должен регулировать, но он, по-моему, всегда вот в одном положении на полной мощности дует и все. И я его разобрал, отключил из разъема кулер этот, и вроде все ничего, ну то есть как бы с ним слушать музыку проблематично, если ты сидишь там вот, его в принципе во всей комнате хорошо слышно, как он жужжит, а без него все нормально, но так вроде на ощупь, кстати, нифига не греется, то есть все холодное. Но это пованивает, начинает. То есть, может быть, от того, что новые там какие-то эти обмотки там притирается, там, ну, может, это нормальное явление, просто когда вентилятор работает, этого не особо заметно. Но воняет. Как бы что не сгорело, то есть. Что думаете, можно ли здесь вентилятор отключать? Ну, так-то я понимаю, что, наверное, нельзя, раз тут написано, что, типа, нефиг туда лезть. Но с вентилятором-то это не дело, как это вообще слушать-то можно? Вот, а 48 вольт, что-то там 12 ампер, таких именно от ноутбука таких не бывает, то есть блоков питания. Только вот такой с охлаждением принудительным, так что. Что делать, не знаю. Минуту, то есть минуту работает, начинает вонять. Вот прям попахивает таким горелыми проводами. Но не греется, все холодное, так что, не знаю. Жду совета какого-нибудь от вас, кто разбирается в этом. Вот такое вот он там все открытое. 3255 у меня не было, у меня были 3250. Это, говорят, хорошая плата там, типа, хороший звук, не знаю. Когда соберу, послушаю, расскажу. Мне кажется, ей нужно прогреться, чтобы она... Потому что у меня, допустим, 3 аудио 3250, он поначалу мне не очень нравился. То есть какой-то вроде хорошо, но что-то какая-то грязь была там, да, в звуке. А потом через недельку там или через, ну, хотя бы 4 часа прослушивания, 4-5 там, оно... Эта грязь ушла, и остался только хороший звук, то есть... Здесь, возможно, тоже что-то такое. Но я это даже пока не понял, как он. Че и как, вроде неплохо звучит. Но только вентилятор этот бесит. Вот. Ну, я так понимаю, вот вентилятор вот здесь стоит, а он дует вот сюда. И сюда. Ну, вот сюда в основном. То есть тут и воняет, получается, вот эта вот обтянутая термоусадка, или как вот это. Ну, короче, вот эта штука нагревает, катушка какая-то нагревается, и вот эта вот фигня. Как это, целлофановая, она, видимо, плавится и воняет. И здесь тоже, может быть. Хорошо это или плохо? Ну, то есть, как бы, наверное, не очень хорошо, раз такой нагрев, типа. Хотя вот так вот оно не горячее. Я, не беспокойтесь, я все выключил и подождал, пока тут все разрядится. Ну, остаточное всякое электричество уйдет. Ну вот тут же не она не обмотана. А вот почему она обмотана вот этой херней? Вот тут не обмотана, да, и нормально. Вот, она же, по-моему, типа такого же. Может, просто дело вот в этой фигне. Если бы ее не было, просто медь была, то ничего бы не воняло, грелось просто, и все, наверное, в этом дело. Тем более оно не настолько. Вот, например, от ноутбука там блок питания там бывает, что прям горячий, да, то есть там даже аж пластик разогревается. А здесь она холодная, просто тут вот эта штучка плавится. И все. Вот так вот она шумит с вентилятором. Ну просто даже хоть громко, хоть не громко. Всегда на одинаковой скорости работает. Вентилятор дует наружу, то есть он изнутри наружу выдувает, получается.